воду коротким нажатием. Вода будет подаваться в течение 6 секунд. Если нужно подать воду в течение более длительного времени, тогда зажимаем на 1 секунду. Вода включается на 1 минуту, точно так же колонка светодиодов. Выключаем. Но эта ручка имеет двойную функцию. Она может работать как регулятор температуры и как регулятор расхода. При включении с кнопки она работает как терморегулятор. Но если я сейчас поверну рукоятку, не прикасаясь к кнопке, то вода тоже пойдет, и ручка будет работать уже как регулятор расхода. Есть защита от ожога. Если, допустим, мы повернули ручку в сторону горячей воды и выключили смеситель, то, чтобы не обжечься, смеситель работает так. Нажимаем кнопку, появляется красная индикация, предупреждающая нас: горячо, можете обжечься. Но если мы хотим все-таки получить такую горячую воду, то мы нажимаем кнопку 2 раза, и вот тогда у нас пойдет горячая вода. Все, выключаю. Смеситель оборудован электронным клапаном посудомоечной машины. Чтобы его активировать, нужно нажать на заднюю часть смесителя. Загорается зеленый индикатор, клапан посудомоечной машины включается на 3 часа. Через 3 часа выключится сам. Если мы хотим выключить раньше, просто еще раз нажимаем на заднюю стенку смесителя. Если 3 часов нам мало, нужно больше, допустим, машинка у нас с отсроченным запуском, тогда зажимаем, удерживаем 5 секунд, и клапан будет включен уже на 12 часов. По истечении 12 часов выключится сам. Нужно выключить раньше. Нажали еще раз, он выключится. Есть вариант с питанием от батареек, 2-пальчиковые батарейки. Есть вариант с питанием от сети 220. При бытовом использовании батареек хватает на 3-5 лет.